XIII веке в Рязани проживало 10 тысяч человек. Но по средневековым меркам это был большой город. На каждом углу кредитные магазины. Взять кредит. Взять кредит должнику. Должник должника, чтобы взял кредит. Короче, одни кредиты в этой Рязани. О чем это говорит? О хороших финансовых инструментах в Рязанской области. Древнерусские города были замкнутыми, и Рязань не исключение. Вокруг Рязани был такой насыпной вал. Это чтобы делать город неприступным. Вот я как раз на нем и стою. И наверху еще этого насыпного вала фигачили забор. Потом, естественно, все это было уничтожено. После этого построен каменный Кремль. Короче, и периметр этого всего дела был приблизительно 3,5 километра. На усадьбе располагались жилые дома, хозяйственные постройки и ремесленные мастерские. В старой Рязани было развито более 60 ремесел. Дома знатных горожан могли быть двух- и трехэтажные с галереями, переходами, состоящими из нескольких помещений. У рядовых горожан дома были обычные, то есть одноэтажные. Еще представьте, если, к примеру, Вторая мировая война, где сражались миллионы, то война 1937 года, ну точнее это не война, это набег, когда хан Баты пришел разорять Рязань, в той в битве участвовало все рязанское население, а тут было чуть меньше 10 тысяч человек всего. Естественно, татаро-монголам было абсолютно несложно победить, захватить город, потому что их было побольше. И вся эта битва продолжалась 5 дней. 5 дней! Счастлив.